Примерно в половине восьмого вечера, по словам очевидцев, с крыши резко повалил дым. Посетителей попросили покинуть помещение. Через 20 минут дыма уже не было. По информации пожарной охраны, на кухне кафе загорелось масло на противне. На место прибыли 3 пожарных расчета, но понадобился только один. Медицинская помощь никому не потребовалась. На сегодняшний день инспектора государственного пожарного надзора города Сочи занимаются расследованием причин данного задымления. Я думаю, в скорейшее время мы получим уже объективную информацию по данному факту. Когда возобновится работа ресторана «Бифранчо», пока неизвестно.